Приветствую вас! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Дорогие друзья, начинаю небольшую тренировку для улучшения кровообращения, для улучшения метаболизма и, конечно, для улучшения своего психоэмоционального фона. Итак, поехали! Я чувствую то, что, наверное, каждое утро у меня будут выходить видео. Начался Новый год, 2024 год. И чтобы эти мои видео не были как сводки с поля боя. Сегодня у нас снова очень тяжелый обстрел по всей стране. Были применены все виды снарядов или оружия, как можно сказать. Вот, ну, об этом, наверное, лучше узнать в новостях. 1-2 января у нас очень сильные магнитные бури, поэтому напишите, как ваше психосоматическое здоровье. А перед этим 4 дня в конце года были очень сильные магнитные бури. И вот с 31 на 1 января произошла опять мощная вспышка на Солнце. И вот 1-2 января достаточно серьезные изменения и геомагнитного поля Земли. Это тоже меня тревожит, и практически я сейчас понимаю, что мне надо начинать работать с тем, чтобы блокировать свою тревогу. Но это контроль своего физического, эмоционального здоровья, который сейчас не может быть в спокойствии. Но я хочу с вами поделиться тем, что меня сейчас очень-очень тревожит. Ну, ситуация военных действий очень тревожит. Но еще тревожит то, что по прогнозу январь сильные магнитные бури, следующая буря 7 января. Поэтому контролируйте свое здоровье 3 дня до и 3 дня после. И очень мощная будет 14 января. То есть еще в такие праздники будет нас колебать. И у нас к концу недели, вот самое мое тревожное еще такое волнение – и предчувствие, идет резкое изменение погоды. Но такие магнитные бури, они вызывают циклоны, антициклоны. Но в нашей ситуации сильные морозы, будут морозы до минус 15, являются очень-очень опасными для жизни людей, детей, стариков, для всех. Вот. И все это накрывается военными действиями и очень тревожно складывается ситуация. Вот. Я очень волнуюсь за техническое обеспечение населения. Это прежде всего отопление и вода. Потому что при таких морозах может быть разрыв теплосетей, заморозит водоканал, подача воды. У нас просто был один год, много-много лет назад. Были сильнейшие морозы, больше 20 градусов, для нас это сильные морозы. Вот, и где-то были прорывы, а в итоге у нас замерзли даже стояки в подъезде. И несколько дней, пока не пришло оттепель, ничего не могли сделать. То есть стояки в подъезде были промерзшие, ну, достаточно серьезно. Вот, и я понимаю, что эти морозы... Несмотря на то, что по прогнозу зима теплая, у нас действительно перед Новым годом плюс 8, плюс 9 градусов было. Было очень-очень солнечно, весенняя погода. И сейчас погода хорошая. Но прогноз уже предупреждает о снижении температуры. Поэтому людям нелегко и очень опасно. Вот. Новости накрывают. Тревога усиливается. Как бы там ни было, я здравый человек. Вот, и, конечно же, буду прорабатывать свои тревоги, волнения, принятие ситуации, которая может быть. И есть такой закон. Ты там, где твои мысли. Поэтому вот эта вот задача медитации, релакса, медитации, сейчас очень-очень важна. Очень важно продолжать прием трав, которые дают успокоительный эффект для нервной системы. Поэтому не отменяется постоянно
принимаю я травы, которые я вам рекомендую. На этом канале вы можете посмотреть в плейлисте о травах. Плюс контроль давления, обязательно контроль пульса. И вы не поверите, мне очень-очень помогает тренажер. Потому что выброс кортизола идет нереальный. Это показатель еще очень раннего пробуждения. Это надпочечники активизируются и достаточно много кортизола. И вот этот кортизол надо, скажем так, переработать. Поэтому тренажер мне сейчас помогает, работа по дому не помогает. То есть это не та нагрузка, там помыть полы или там прокулинарить. Нет. Может быть, еще несколько раз я успею выйти на улицу прогуляться. Хотя я люблю морозы, я люблю гулять в мороз, снег у нас будет. То есть, ну, в мирное время это моя была любимая погода. Но так как сейчас практически ночь и день идут сирены, эта прогулка не является такой медитационной. Вот, поэтому тренируюсь я очень медленно, вы видите, совсем немного. Начинала я где-то дней 10 по 5 минут. Сейчас я уже увеличиваю время на тренажере. А так обычно где-то от 20 до 40 минут, несколько раз в неделю, достаточно для того, чтобы... Ну, для меня самое главное – это венотоник, кровообращение, активизация лимфосистемы, вывод токсинов, которые очень сильно организм выбрасывает в период волнений и тревог. Вот. И я просто слышу этот гул в небесах, и я вижу этот лед под ногами. Поэтому все, кто живет в моей стране, пожалуйста, мы входим с вами в достаточно серьезный период, который будет длиться до середины апреля. Вот, поэтому держитесь, контролируйте свою психику. Если нужна консультация врача, обязательно прием определенных препаратов должен быть. Сейчас самое главное удержать веру, надежду в то, что мы выживем. И в том, что мы будем жить. Поэтому накрывает, и предвестники сильных морозов меня очень-очень волнует. Все, немножко усилим. Кручу педали, пока не дали. Для многих очень интересно, что вот я на тренажере. Некоторые зрители написали, что вы тоже купили тренажер. Спрашиваете название. Стриал. Стриал. Название тренажера Стриал. Он недорогой, достаточно простой. Но уже за эти две недели я чувствую результат. Конечно же, не по фигуре, а потому что двигаюсь вперед. Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Жду ваших комментариев. Из разных стран вы меня поддерживаете, мотивируете. Я надеюсь, что через несколько часов я себя настрою на то, чтобы выйти к вам на второй мой канал «Марина Цветы» и поговорить с вами о том, как начать любить себя. Хотя в такое время любить нужно только Бога.